На расширенном заседании обсудили задачи, поставленные на 15-м съезде партии «Нур Отан», а после решали, какими методами их воплощать в жизнь. Как отметил глава мегаполиса, необходимо использовать потенциал партийных организаций для реализации задач, указанных в доктрине. Именно межнациональное согласие, стабильность в обществе являются основой динамичного развития нашей страны. Поэтому одна из главных задач нашего филиала – именно работать в этом направлении, укрепляя межнациональное согласие и стабильность в нашем обществе. На политсовете обсудили еще 6 направлений политической доктрины партии «Нур Отан», отметив то, что социальная позиция алматинцев гораздо выше, чем у жителей других регионов. Сегодня гражданская активность и социальная ответственность становятся нормой для всех жителей нашего города. И в этом мы видим правильный курс, взятый новой доктрине партии. У нас есть к этому все возможности, у нас есть хорошие, так сказать, сырьевые запасы. На базе этих сырьевых запасов, как поставил задачу президент, мы должны ускоренными темпами развивать перерабатывающую промышленность. Во всех вопросах партийцы руководствовались политической доктриной. Документ определил новые направления по улучшению работы городского филиала «Нур Отан» и развитию всех сфер жизнедеятельности мегаполиса. Юлия Искевич, Токмолда Кусейнов, телеканал «Алматы».